Всем привет! Прекрасный день. Какой? А какой сегодня день недели? Это тоже вторник. Мы едем в Белфаст, в Великобританию. Вот с поезда выходим. Привет! Вот наша компания пока что миниатюрная. С друзьями мы чуть-чуть не встретились, потому что приехали на другой вокзал. Так что ожидаю прекрасные дома. Мы, кстати, музей. Вот, забыла, вылетело слово. Музей идем, Титаника. Так что, не знаю, музей нельзя, конечно, снимать. Поэтому особо не поснимаю. Но поездка была классная. Сидели мы за целеньким этим, со столиком, очень прикольно. Да, минут 20. Так, начинаем съемки Белфаста. Белфаст, снимаем. Что, жарко? Да, я хочу вот сюда. Великобритания. Первый пешеход был. Для машин есть светофор, а для нас не было. Сейчас, одну секундочку. Оно пиликало, ну типа, вроде бы можно идти. Но светофора самого не было для нас. Странненько так. Машинки. Что, Эмусь, говори. Ты, а что это вообще за чудо? Слушай. О, прикол, это автобус? А что это за чудо такое, стри? Дверь не успел зайти мужик. О, ему открыли опять. Но он уже ушел. Ему следующий открыли, он дальше ушел. Ладно. А что это такое за чудо, интересно? Автобус. Прикольно, как наш троллейбус, но без проводов. Вообще не похож, да, на автобус? Похож на трамвай, но без этих, но без рельс. Прикольно. Автобусики такие же, как и в Ирландии, только других цветов. Вот подошли опять к светофорам, и получается, для людей светофора нет. Вот есть вот такая штука, но люди, кстати, пошли. Они... Им разрезать, и право, и право. И нигде светофора для людей вообще нет. Может, есть надо... светофор. Не понимаю. Там есть светофор. Есть светофор? Только для машин есть. Не только для машин. Wait for signal. Ждем типа сигнала. А. Ага. Смотри, видишь, люди все равно идут. Давай мне руку, иди, будем сейчас как-то тоже проходить. Люди все идут. А там было написано wait for signal. Ой, к нам капут. Вообще ничего не понимаю, что такое. Это зеленый колер. Было зеленый колер. Да? Можно это, да. Сигнал имеется в виду типа знак, хотя не звуковой сигнал, а типа такой сигнал. Потому что там же было, да, где мы стояли, звуковой был сигнал. Не понимаю. Ну, нарисовано, кто его знает здесь еще. Заводы, что это? О, автобусик, как у нас, цветом. Так, что тут интересненького? Вот эти розовые прикольные.
Так, памятник рыбе. Тут у нас место встречи с нашими друзьями. Пешеходный мост, по которому мы, наверное, сейчас пойдем. Что там? Это не просто памятник, а тут еще куча-куча. Что там, Эмма? Что ты хотела? А, ну давай. Две коровки оседлали акулу. Все, нам позвонили, чтобы мы пошли вот на ту башню. Идем? Сфоткала сейчас еще. Какой мотоциклик прикольненький. Мы идем вон туда смотреть, ту башню. А вон уже они все идут. Наши все идут. Роял. Почти как Роял Хотел. Речка Лаган, я посмотрела. Эмма, как всегда. Пошли дальше. Очень большая нас толпа. Что вы смотрите? Ну вот, корабли как строили раньше. Ага. Вот верфь. А там будет видно, я верфь. А это что? Я не знаю. Это магазин Лего, вот этот всеизвестный какой-то там. Там все лего? И дети туда налетели. Кусок корабля какого-то. Нашего входа час с чем-то, поэтому пойдем сюда. Thank you.
спустились в бункер. Но там мы недавно были. И вон там вон размер Титаника. Ну что, приехали мы с Белфаста, вот, чуть не опоздали назад на поезд, туда ж мы, я говорила, не говорила, что мы приехали не на тот вокзал, поэтому пока мы ехали на тот второй вокзал, вот, то мы не успели ж на поезд, и пришлось нам 2 часа ждать, 1,5 часа ждать второй поезд, вот. Такое, но нормально, погуляли, прошлись, находились, на 6 часов уже назад ехали на поезд. Нормально, кто любит музеи, рекомендую классно посетить. Я вообще не любитель, честно говоря, музеи, вот с историей мне совсем плохо, но так, друзей повидать, детям пройтись в Великобритании, еще раз побыть в самый раз, классно. Устали, что там около 10 сейчас часов, да, забрали вон посылочку фореверскую, и сейчас будем спать, отдыхать, высыпаться, вот так, у нас как раз тут еще и прибрали в номере, так что чудесно, правда мы трошки голодные, ну, вот. Ура, форевер пришел! Раскрывай, что ты с коробки делаешь? Я себе новые витамины заказала. Давай, два, три. Ваши? Угу. Ух ты, две помады. Так, пасты зубные. Витамин С. Это все классно. Kids для детей. Свобода, это для меня. Дезик наконец-то мой закончился. Дезик. Вот я себе купила новые витамины. Актив проби. Это этот. Я чуть-чуть помажу. Как он называется? Это пить можно? Да, это сок детям вам. Вот. Пробиотик. Вот это слово пробиотик. Вот новый себе заказала Daily. Для щитовидки. Это для кишечника я себе взяла. Это комплекс витамины, там, чтобы были ферменты для щитовидки. Зубная паста и два этих. Все. На 2 месяца мне только получается. Ну и этот допить еще. Forever. Свобода.
Это вам в Дангарван одну Дима попросил, Даник. Дима и Даник попросили вам одну, нам две. Все, собственно, и все. Вот такой заказик. А как раз мне понадобится коробочка.